Ну и, кстати, в Кузбассе чиновники запретили мигрантам работать водителями автобусов. Также иностранным гражданам нельзя замещать должности в сфере образования. Постановление областные власти выдали 26 сентября. Теперь иностранцы не могут устраиваться в детские сады, школы, а также водителями такси или автобусов. В Департаменте труда и занятости сообщили, что новый закон проблемой не станет, поскольку сейчас выдано всего несколько патентов на подобные виды деятельности. По этим видам деятельности мы получили от работодателей 18 уведомлений, что к ним люди пришли работать с патентами. То есть это капля в море. Два человека из них работают по патентам, а в Кемерове оба водители общественного транспорта. По словам их руководителя, они на хорошем счету. Претензий к работникам нет. Сейчас в ПТП областного центра ждут не только официальной бумаги, но и разумного диалога с областными чиновниками.